Ульяна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы преобразить вашу улыбку? Десять лет назад у меня была прекрасная улыбка, белая, красивая, но что-то изменилось, и сейчас я, честно, искренне немного ее стесняюсь. К тому, чтобы сделать виниры, я шла долго, потому что это денежно затратно, нужно найти лучшего врача, мастера своего дела. Подруга, после которой я пришла к вам на консультацию, она сказала: у них крутое оборудование, иди к ним. Поэтому я здесь. Мои родные зубы, естественно, были белого цвета, ярко-белого даже, я бы сказала. Но так как я люблю кофе без молока, иногда могу позволить себе красное вино, все это, конечно, дало отражение на зубах. И плюс ко всему, как оказалось, зубы стачиваются. И даже в таком возрасте, как у меня, они могут уже сточиться достаточно сильно. На сегодняшний день мне не нравится ни форма, ни цвет моих зубов. А какой вы видите вашу идеальную улыбку? Здоровой и белоснежной. Это два главных качества, то, к чему я стремлюсь. Лечением мы занимались долго, процесс был длительный, но на сегодняшний день все проделано, поэтому ждем винира. Почему еще раз я вас выбрала? Потому что я полностью согласна с вами, что зубы должны выглядеть реалистично. Я считаю, что у меня была красивая улыбка, ровные зубы передние, вот что важно. И пожелания только такие: вернуть то, что было. Что, реально можно открывать? Давайте. Есть. Здорово же.